Сергей попросил подобрать автомобиль Ford Focus в комплектации Titanium по бюджету 450-490 тысяч. Были просмотрены множество вариантов с скрученными пробегами, с повреждениями серьезными кузовными. Выбран идеальный вариант. Сергей забрал этот автомобиль 2011 года с пробегом с родным 70 тысяч километров, двигатель 1.6, комплектация Titanium с климат-контролем, с подогревами лобового стекла сидений, с датчиком света дождя, управление магнитолой на подрулевом лепестке, литые диски, ну, все как положено, как договаривались. Машина полностью обслужена, это видно и по состоянию, и по документам подтверждается история. Два собственника было. По цене выставлена машина была 485 тысяч рублей, но после проведения диагностики на автомобиль удалось торговаться до 450 тысяч и комплекта зимней резины. Сергей, поздравляю с долгожданным приобретением автомобиля. Хотелось бы услышать от вас пару слов. Спасибо огромное за подбор автомобиля. Автомобиль очень понравился. Все здорово. Все мои потребности удовлетворены. Обращайтесь в компанию DP Auto. Ребята действительно помогут. Еще раз огромное спасибо.